Всем привет! Сегодня мы с вами проведем тренировку для развития гибкости спины. То есть гибкий позвоночник – это здоровый позвоночник. Мы его должны держать в хорошем состоянии. Перед тренировкой необходима хорошая разминка, попрыгать, побегать на месте, сделать общую разминку и приступить к занятиям. Начнем с упражнений. Наклоны назад. Задеваем правой рукой левую пятку, раз. И в другую сторону. Два. Это не только гибкость развивает, но и координацию. Еще три. Четыре. И пять. И шесть. И семь. И восемь. После упражнения на прогиб нужно обязательно сделать обратное упражнение, чтобы спину свою дать ей отдохнуть и расслабить. Нужно сделать вот так. Ручки в замочек и наклончики вперед. Теперь прогибаемся назад, задеваем ручками пяточки. И встаем обратно. Мы с вами пояснички прогибаемся. Если вам сильно больно, то лучше это движение не делать. То есть при тренировке на гибкость не должно быть сильной боли. Ой, хорошо. И еще раз постоять на плечике. Спину свою обратно. Выгнуть. То есть стоим на коленочке, делаем движение кошечка, прогибаемся, тянемся затылком к копчику. Раз. И теперь выгибаем спину дугой. Тянемся позвоночником к потолку еще раз. Хорошее упражнение для позвоночника. Еще. Раз. Два. И раз. И два. Хорошо. Теперь волна с круглой спиной. Держимся. Бедра опускаем на пол. Пригибаемся назад. И хвостиком поднимаемся вверх. Еще раз. То есть мы с вами. Позвоночник выполняет движение волны. Еще. И спинка у нас отдыхает, полежали чуть-чуть, спинку расслабили. Теперь встаем на коленочки, но колени широко, на ширине плеч чуть пошире, ручки вверх. И теперь как бы тянемся наверх и через что-то воображаемое прогибаемся назад. Опа, и назад. Еще потянулись вверх. Кому тяжело, можно ручки положить на пяточки и прогнуться. Так, начать с этого, чтобы не получить травму. Если сильно больно, постепенно начинайте. И не забываем про отдых для спины. Хорошее упражнение, это еще называется лодочка. Поднимаем сначала ручки, а потом ножки и раскачиваемся постепенно. Опа. Итак, раз 10. Упражнение. Чтобы определить нашу гибкость, упражнение лягушка. Прогибаемся назад, стараемся ногами задеть пол. То
Вот сейчас я вам показываю свой уровень. Смотри, после регулярных тренировок через месяц смотрим результат. Есть ли смысл вообще этих тренировок? Не забываем, чтобы спинка у нас с вами отдыхала. Всем спасибо. Продолжайте заниматься. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы. Оставляйте комментарии. Буду рада вам ответить, помочь. То есть моя задача, для чего я создала этот канал, чтобы поделиться своими знаниями и обучить людей, которые в этом нуждаются. Всем спасибо. Пока.